Здравствуйте, уважаемые друзья, гости нашего канала. Хочу представить вам опять новую песню, совершенно, которую сочинил недавно. Что за песня? Узнайте. Она о нищих бедных музыкантах, которые заброшены, брошены, скитаются по площадям, по улицам, играя и доставляя людям удовольствие. Не только ради удовольствия, а чтобы еще что-то заработать на пропитание, на жизнь, так скажу. Вот об этом песня. Один эпизод я увидел у нас в Нижнем Новгороде, и меня буквально потрясло такое события обрушенных музыкантов. Они действительно талантливые, которые без крова, без средств существования доставляют радость людям. Итак, прошу внимания. Послушайте, пожалуйста, эту песню. Кому понравится, оставляйте комментарии. Оставляйте лайки. Итак, новые песни. Придет и будет петь, играть он
снова. За скудные графики не будет, как всегда. Бродяги музыкантовы, его без крова. А завтра он придет, который раз сюда. Придет и будет петь, играть он снова. За скудные графики не будет, как всегда. Бродяги музыкантовы, его без крова. А завтра он придет, который раз сюда. Придет и будет петь, играть он снова. За скудные графики не будет, как всегда. Бродяги музыкантовы, его без крова.